Здравствуйте. Я Ольга. Я мама, которая приехала со своим сыном, наркоманом. Вот, ну, надеюсь, это уже будет в прошлом. Вот. Этот центр мы сразу нашли по интернету. Как бы было много центров, но решили сразу сюда приехать. Вот так как отклики были, нас это все очень впечатлило, и мы решили сразу сюда ехать. По приезду мы приехали сюда, очень понравилось нам. Во-первых, встретили нас сразу не как наркомана моего сына, а как обычного человека. Относились к нему, как вроде он просто болеет. Персонал очень понравился, начиная от санитарочек и заканчивая всеми врачами, психотерапевтами, психологами. Очень понравилась вот эта обстановка. Все относились, работали с утра до вечера. Вот. Результаты есть, конечно. Мы первый раз и, надеюсь, что последний раз. Сын стал совсем другим человеком. Даже неделя только прошла, и уже было все понятно. Вот. Ну и, в общем, даже не могу высказать слова благодарности, столько благодарности всем. Ой, дай Бог, чтобы существовала эта клиника очень долго-долго. Самое главное, чтобы Виталий Иванович, руководитель этого центра, никогда не болел, вот, и долго жил, долго-долго. И весь коллектив, конечно же, потому что все очень хорошие, все отзывчивые. Спасибо большое.